Алкитель умеет удивлять своих преданных поклонников. Стильный тонкий металлический корпус фаблета дополняется шустрым дактилоскопическим датчиком и отменным Full HD дисплеем производства корпорации США. Он способен привлечь покупателей не только минимальными рамками и крайне эффективным олеофобным покрытием, но и отсутствием искажений изображений под углами, замечательным запасом яркости и контрастности. Диагональ в 5,5 дюймов позволяет получить истинное удовольствие от 4G серфинга, просмотра фильмов и игр. Достаточно редкий процессор MediaTek MT6750, тем не менее, предоставляет великолепные возможности для любителей игровых приложений. Его кооперация с 3 гигами ОЗУ и графическим ускорителем Mali-T 860 MP2 гарантирует приличный показатель кадров в секунду в самых требовательных тайтлах. Наподобие Real Ratchet 3, внутреннее хранилище в 32 гигр с шеей картами microSD может хранить тысячи любимых аудиокомпозиций. Книг и видео. 16,8-мегапиксельные камеры вряд ли огорчат мобильных фотографов. Пусть подобное разрешение достигается небольшой интерполяцией, зато аккумулятор в 3000 мАч вряд ли возможно в чем-то упрекнуть. Ведь 5-6 часов активного экранного времени – очень достойный результат. С учетом поддержки от LG и дальнейшего обновления до Android 7.0, девайс представляется серьезным претендентом на звание настоящего хита. Купить Alkitel U15s по низким ценам можно по ссылкам под видео.